Итак, приветствую всех. Всем доброго позднего вечера, как я частенько говорю на своих трансляциях. Ну что же, сегодня мы возвращаемся к игре гоночный рез, который я по сути и начал этот год. Это, ох, господи, какое же длинное название. Ладно, давайте сразу переключимся, и я объявлю. Newman Haas IndyCar featuring Nigel Mansell. Короче говоря, IndyCar Nigel Mansell будем называть, потому что я терпеть не могу длинные названия в играх. Да, и тут еще дико тихий звук. Врубаем микшер. Да, в общем, дело оказывается. Это в микшере дело, поэтому все нормально. Итак, здорово, Димон. В начале года я проходил аркадный режим. Нет. Давай-ка работать, дружок. Привет, Навибой. Да, гоночки. Сегодня будет именно Simulation мод. Чем он отличается от аркадного мода, я объясню. Является ли он хард модом в этой игре? Не факт, потому что здесь есть как усложнение, так и облегчение. Надеюсь, со звуком все нормально. И мы сейчас сможем начать. Итак, Race Mode Simulation Full Season. Поехали. Первая гонка. Естественно, календарь все тот же самый, но если кто-то помнит, в аркадном режиме 4 круга. Здесь 7. И так будет на каждой трассе. То есть продолжительность гонки увеличивается почти в 2 раза. То есть не 4 круга там, а 7, не 5, а 9, не 6, а 11 и так далее. Казалось бы, сложнее, потому что исполнять нужно в течение большего времени. Но на самом деле есть свои облегчения. То есть это как примерно Eliminator Boy Duel. То есть есть режим эксперт, но там все-таки он и усложненный, и облегченный одновременно. Поэтому это не хард режим. Вот так. Делаем километр в час. Честно говоря, не особо. Блин, гонки на 8-16 пиц рулем, я думаю, они даже не предназначены для этого. Они предназначены для геймпада. Так, тут есть настройка машины. Я сразу говорю, я буду настраивать только тормоза и угол атаки антикрыльев. Все остальное, на мой взгляд, нафиг не нужно. Так, тормоза средние, то, что нам нужно. Крылья. Крылья ставим на максимум 18 градусов. То есть на максимальную прижимную силу. Также есть шины, причем можно менять каждую из четырех, то есть можно сделать каждую там, поставить мягкий комплект, средний комплект, жесткий комплект. Вот так вот. Амортизатор и т.д. Короче, вот, все, что нам нужно. Первый этап — Австралия, Surfers Paradise. Сначала я небольшую тренировочку устрою, пару кружочков. В общем-то, я тренировал трассы. Да, единственное, тут нужно будет поставить режим с музыкой, потому что вот этот вот мне не нравится. Это посвящено сезону IndyCar 1993 года. Именно IndyCar, а никакой Формулы 1. То есть когда Найджел Мэнсел и, насколько помню, Майкл Андретти или Марио, блин, выступали за команду Ньюман Хас. Но здесь как раз таки только вот эти реальные имена используются. То есть Мэнсел, Андретти и команда Ньюман Хас. Ну, естественно, название всего чемпионата. Вот так. Остальные все гонщики вымышленные. Их не было, не существовало в чемпионате того года абсолютно. Машина, ну, в километр в час прет, ого-го как. Да, прорисовочка здесь, конечно, уступает всяким Road Rush'ам. Ну, что поделать. Да, 93-й, ну, вот, видишь как. Я один год родился, как сказать, в один год появился с игрой Sweet Home. Вот так, а ты... Ну, игра, я так понимаю, тоже 93-го, потому что в эти все года начали создаваться игры вот от Acclaim про Найджела Мэнсела, то есть... На NES Nigel Mansell World Championship, я так понимаю, на Sega тоже 93-го года, с таким же самым названием IndyCar Nigel Mansell, все так же. И SNES-овский, также Nigel Mansell World Championship и также IndyCar, то есть про Мэнсела
Вышло целых 5 игр, ну, 2 игры и, по сути говоря, плюс 3 порта. Вот так. Как-то так. Насчет сеговского, опять же, Nigel Mansell World Championship я подумаю, насчет снесовского я тоже подумаю. Да, кстати, со следующего года будем потихонечку переходить на SNES, на гонки. Ну, собственно, трасса не особо сложная. Конечно, биться с Андретти будет тяжеловато. Да, с этим звуком будет больно. Поэтому Превс, Мюзик. Да, музыка, кстати, тут одна и та же. И сегодня я постараюсь пройти побольше гонок, потому что следующий стрим я планирую в субботу, но вечер в субботу у меня будет тяжелый. Ну, вообще, весь день у меня будет тяжелый, поэтому я постараюсь сегодня сделать побольше. Как минимум 8 этапов пройти. О, музон. Да, музон тут один и тот же, так что привыкать. Так, два квалификационных круга, все так же, как и в аркадном режиме. Естественно, машина довольно инертная. Я не помню, вот ухудшилось ли управление в симуляции. ХЗ, честно говоря. Не спрашивайте, я не знаю. Но такое ощущение, что машина стала такой чуть более инертной, чуть более нервной. Так, первый круг я всегда прохожу базовый, то есть более-менее осторожно. И нужно показать хоть какое-то время, чтобы быть не последним. А на втором уже можно попробовать рискнуть, переть на все деньги и так далее. Насчет SNES сейчас отвечу. Я на SNES-то толком ни во что не играл. Я буквально вчера попробовал Super F1 Circus 3. Вернее, как, я все три части попробовал, но первая, вторая мне не зашли. Первая не зашла совершенно. Третья мне зашла. Посмотрим, конечно. Единственное, с управлением там натупил. Ну, разберемся в новом году уже. В этом году, я думаю, в этом году я постараюсь... Да чтоб на что постараюсь. 4 стрима провести, и все. 2 стрима посвящен вот этой игре. Один... Мы вернемся к Might and Magic. Еще кое-что надо показать. И один стрим будет специальный новогодний. Но не под Новый год, не 31 декабря, а на пару-тройку дней пораньше, скорее всего. Вот так вот. Но я постараюсь там подольше. Но игра будет хорошая, какая, и... Кому, так сказать, она посвящена, я умолчу. Это тайна за семью печатями пока что. Да, вот этот круг из-за моей ошибки очень сильно я себе испортил. Ну, жаль. Так. Поэтому я не могу сравнивать гонки на SNES и на Sega. Я на SNES толком ни во что не играл. Что один дома? Нет, не один дома. Ребят, не угадывайте, я не скажу. Игра хорошая, не на новогоднюю тему. Так, все, настройки машин не меняем. 7 кругов, надо это помнить, потому что нужен один пит-стоп. Все 7 кругов мы не проедем, у нас кончится топливо и сгорят нахрен шины. Да, и на старте нужно делать вот такие вещи. Влево, потом вправо, потому что тут могут вас обогнать с двух сторон. Это нафиг не надо. Сильно тоже перенапрягаться не надо. Главный наш соперник — это Андретти. Да, любит этот товарищ вилять и делать вот такие гадости. В поворотах в медленных мы будем, конечно же, медленнее. Да ты достал, дай уже это, проехать нормально. Во. Ну, естественно, Андретти, пока я тут долбился в диффузор, этому... товарищу уже оторвался, но не сильно. Поэтому все хорошо, впереди дистанция большая, главное не тупить, вот так вот не врезаться, как я делал на квалификационном круге, и все будет хорошо. Так. Да,
третий пытается блокировать, у него это неплохо получается, мы видим. Так, есть обгон, но в повороте он может меня сейчас объехать. Поэтому нужно отрываться. Отлично пройден вот этот поворот, но следующий самый гадкий на этой трассе. Есть, есть, все хорошо. Нет, на картинге никогда не катался, я хотел этим заняться лет 8 назад, когда были деньги. Потому что занятие это не дешевое, а сейчас уже нет. У меня семья, и у меня, для меня поездка в Москву к друзьям — это уже удар по бюджету. Ну как, не совсем прям такой нокаутирующий, но не очень приятно. А на картинге что, просто разок-другой прокатиться, ну, ради чего. Скорее всего, мне понравится. И скорее всего, захочу еще, а это травить душу лишний раз. Вот так вот. Так, что, мы оторвались немножечко от Андретти. Ну, за нами двое. В общем-то, да, Андретти наш самый главный соперник в чемпионате. Нужно смотреть, каким он приезжает, и, соответственно, не давать ему побеждать, а когда он побеждает, желательно приезжать вторым. В общем-то, это вполне выполнимая задача на всех гонках, я могу сразу сказать. Поэтому будем этим заниматься. Опять же, пароли тут есть, пароли в этом режиме никуда не делись. Я чуть-чуть в чат поменьше буду обращать внимание, уж прошу меня простить, сейчас на пит-стопах буду читать, и уже когда гонка будет закончена. Так что не обессудьте, ребят. Вот так. Я все прекрасно понимаю, что надо общаться, но... Вот такое. Так, на следующем круге надо ехать на пит-стоп. На пит-стоп лучше не проморгать, потому что заезд на пит-лейн не всегда... очень удачный. Ну, 4 круга осталось, то есть 4, 5, 6, 7. Тихо. Нормально, отрыв, кстати. Да, нам говорят, что уже топливо заканчивается, но это не значит, что сейчас оно уже сейчас закончится. Круг-то спокойно мы проедем. Лучше осторожничать, когда отрыв есть, все нормально. Я заценил в Ютубе подборку багов GTA-шную. Ребят, в это я играть не буду. Ни офлайн, ни на стриме нет. Я лучше запущу третью часть, пройду ее First Run'ом, запущу классику Vice City, которую, кстати, классику никогда не проходил. То есть я на стримах минимум, по-моему, 2 мода проходил, а классику никогда, даже офлайн никогда. К своему стыду. Офлайн я еще проходил Deluxe. Так, все, сейчас на пит-стоп нужно подтормаживать. Не так сильно, конечно, все. Где-то 120 км надо держать. И вот здесь, где начинаются домишки, заезжаем, мы видим, горючки еле-еле уже там. Последняя рисочка буквально оставалась. Про, как это, дефективное издание GTA говорить-то особо нечего. Так. Не превышаем скорость, могут АТАТА устроить. Еще столб такой. Видите, у меня максимум спид. В последний момент я очень сильно ускорился. Все, я, кстати, сохранил лидерство, что очень хорошо. И у меня 11 секунд преимущества. Как же так? Как же так случилось? Как же произошло? Немало времени прошло. Ладно, осталось совсем немного, надо нарулить на победу. Захватить, так сказать, с начала сезона инициативу в свои руки, тем более у меня преимущество уже 13 секунд. А, да, тут еще круговые, естественно, за счет того, что дистанция увеличилась. И круговые, как и в большинстве игр 8-16-битных, джентльменским поведением по отношению к вам отличаться не будут. То есть здесь по принципу, если быстро, обгоняй. А твои проблемы, что ты там... не можешь обогнать, что мы там с троем едем по двое, по трое, это извинит. Никто прижиматься не собирается к обочине. Так что просто знайте. Понятно, что и сопротивляться никто сильно не будет, но и прижиматься также. Два круга до финиша, все те же 13 секунд. Добрые.
Здесь я даже на тормоз давлю на всякий случай. Мало чего. Так, бро, тишка. Ну, кстати говоря, с обгоном круговых могут и у Андретти возникнуть проблемы. То есть он тоже не всегда прям идеально их обгоняет. Что, конечно же, мне на руку. Потому что это иногда просто, ну, едва ли не бесит. Ты пытаешься обогнать кого-то, а вместо этого можешь врезаться в барьер и потерять очень даже драгоценные секунды. Нафиг это надо? Тем более мы видим, отрыв не уменьшается. Отрыв не уменьшается. Я уже еду более-менее осторожно. Да, кстати, вот мои комплименты разработчикам в том, что они нарисовали карту со всеми точками. То есть мы знаем, кто где едет. То есть впереди то, что впереди круговые, то, что они будут, это мы уже знаем заранее. Ну и можно сориентироваться, где соперник, не обязательно смотреть на табло. В этом плане я люблю, я фанат в каком-то, в какой-то мере статистики. Вот, вот так вот, вот так вот. Сейчас, я сообщение вижу, если что, в чате. Я говорю, я сконцентрирован больше на гонке, все-таки не такой, не такая игра, скажем так, простецкая. Понятно, что у меня уже 14 секунд преимущества. Хотя можно нажать паузу. В ремастере тройку. Ну блин, ну как можно играть в ремейк, не сыграв в оригинал? Это как начать, не знаю, играть в Мегамена Несовского в хаке сразу. Да, даже в минус Infinity блестящий хак, который я толком не играл. Надо же, естественно, поиграть в классику, чтобы оценить, в чем дело. А вообще, чтобы оценить минус Infinity, насколько я знаю, нужно поиграть и с 1 по 6, и с 7 и 8, ну 7 точно, и желательно и в геймбоевских, и в снесовских. Вот тогда хак оценится в полной мере. Вот так. Ну, это дело личное каждого, я просто высказываю свое мнение. Победка! Не забудь, кстати, пароль записать. И Андретти это всего лишь четвертый, что очень хорошо. Просто, я бы сказал, блестяще. Да, одно очко также дается до полупозишн, и одно за максимальное количество кругов лидирования, кое у меня и были. Ну, это отлично, мы перехватываем инициативу. Да, у нас еще есть командный зачет. Ньюман Хас это то, где мы с Андретти выступаем. Да, тут у нас я на пьедестале, то есть Мэнсел, его брат только в зеленом костюме, и брат без усов. То есть тут вообще не заморочились уж. Прям от слова совсем. Сейчас я пока паролик запишу. Как раз можно чего-нибудь мне написать. Ну, надеюсь, что правильно написал. Следующий этап – овал. Феникс. Ну, вот овал здесь, кстати говоря, халява. Ну, хорошо, хоть пароль не такой длинный, есть и подлиннее. Вот, овал здесь халява. Опять же, в аркадном режиме 10 кругов, в симуляторе 20 кругов. Одномильный, чуть-чуть сейчас погоняем. Да, не забыть настройки. О, кстати, вот ты... На Вибой мне такую вещь рассказал. Я собираюсь, я очень надеюсь, что к Новому году я выпущу видос, в котором, скажем так, вот этот весь нарратив я хочу осветить. У меня потому что осталось, сохранились ну, довольно немаленькое количество записей. Тормоза, кстати говоря, здесь нужны софт, потому что сильно тормозить там на вале не надо, сильно терять скорость. Вот, и этому будет посвящен ролик. Ну такой ролик, конечно, будет так себе, ничего эпичного, в стиле бабкиных тапок. На ютубе, если что, будет. Но постараюсь к Новому году запилить. Потому что я хочу сделать один ролик для другого канала. У меня их несколько, если что. Не особо обширный. И вот этот вот. То есть, и все это нужно успеть буквально за 3 недельки. Потому что уже, начиная с 30 числа, я буду, ну, скажем так, занят. Ну, будет не до этого, и Новый год тут не при чем. Вот так. Так что, да. У меня действительно записи сохранилось довольно прилично. Я не говорю про какие-нибудь зарисовки уровней, про фан-арты на тему игр. Нет, я имею в виду именно вот свои различные записи. И пароли, и достижения, и т.д. и т.п. Я даже скажу так, я вел книгу рекордов Денди какое-то время. Ну, это уже ближе к 2000-м, ну, то есть нулевым годам.
она сохранилась. И даже к ней дополнение, представьте себе, тоже сохранить. Вот так. Так что я насканировал все, что нашел. Получилось порядка 70 сканов. Сейчас эту информацию надо систематизировать, написать к этому делу сценарий. И дело в шляпе. Ну, естественно, потом натрендить текст, намонтировать все это дело. И все. Ну, монтаж там будет не совсем эпическим, как, допустим, с разбором игры World Grand Prix Pole to Finish. Вот так вот. Так что я очень надеюсь, что все будет. А там уже возьмемся за более-менее серьезные разборы, как я уже обещал. Ну, в общем-то, все с этим овалом все понятно. Ну, чит-коды, это ладно, потому что книжки с паролями появились уже вот в начале нулевых. Вот это я уже хорошо помню. А вот именно достижения, это другое. Тем более у меня двоюродный брат один год жил у нас. Он тоже, так сказать, задавал мастер-класс по многим играм. Естественно, его достижения местами фиксировались. Особенно хорошо управлялся с фитовым пистолетом, в отличие от меня. Так что много чего было. И хорошо, что эти тетрадки сохранились, но, опять же, это уже моей маме огромный респект и уважуха за такие вещи. То, что не выкинула, не знаю, на макулатуру сейчас ничего не сдают, если, конечно, это не в промышленных масштабах. Ну, вы поняли, то есть за это спасибо, что все сохранилось. Ну, не все, большая часть сохранилась. Как-нибудь, может быть, еще, как-нибудь, может быть, я свои вот эти писульки выложу на какой-нибудь отдельный там Google Drive, оставлю ссылку. Потому что я ее, так сказать, в более уже сознательном возрасте этим занимался. Ну вот у меня очень много рисунков было сожжено в деревенской печи. То есть вот именно там всякие, где я конструировал свои собственные уровни или уровни по мотивам игр и так далее. Так, ладно, квалификацию прошли, pole position. Ну и теперь 20 кругов. По овальчику. Сейчас все увидите. Так, Андретти далековато, Андретти аж шестой. Смотрите, у меня, кстати, преимущество было прям огромное по времени. Так, сейчас маневр на старте надо сделать. В стиле Михаэля Шумахера влево, затем вправо. Видите, вот, пожалуйста, вот уже пятый, шестой начинается в колхозе утро. Да, и вот, естественно, они не собираются пропускать. Преимущество скорости не сильно-то их волнует. Тихо, блин. Вот на одного поцика мы вошли. А, ну все. Это именно канал, посвященный играм, Andrew Gamer. Вот так вот. У меня, естественно, нет плейлиста под разборы, потому что у меня всего два разбора, даже это не обзоры. Многолетней давности разбор Kinnikuman Muscle Tag Team Match и вот как раз-таки серии Lancer Turbo Racing. А, Discord. Блин, ребят, я в Дискорде не обитаю, поэтому ничего страшного. Я в любом случае буду, поработаю немножечко над оформлением Твича. Чуть более, наверное, заморочено надо сделать его. Опять же. Но это уже ждите, наверное, на Новый год. Вот так вот. В Дискорде, ребят, особо делать у меня там нечего. Я там зарегался просто вот на некоторых трансляциях, чтобы быть в голосе. Но, опять же, когда это будет теперь, хрен его знает. Посмотрим. Ладно, тут у нас пошли круговые в объемах просто нереальных. Мы видим уже отрыв от идущего вторым 8 секунд. Это на круге, который меньше, чем за 20 проходит. Слушай, на треть круга я уже оторвался. Блин, дай проехать, пожалуйста. Тут, конечно, антикрылья не ломаются, но я не хочу это проверять, блин. Да слушай, ну... О-о-о. Поэтому я все равно отрываюсь, кстати, заметьте. Да, музыка тут одна и та же. Здесь нет какой-то темы особой. Это Sega, блин, еще самое-то плохое. Это не фамикомовская ранняя игра. Это Sega, блин. И Sega как бы не самая первая игра, да, в ромсете. О, здравствуй, Винт. Ёлы-палы. Ну, трасса вообще не сложная. Это овал. Овалы тут халява, я уже говорил. Не раз. Нет, на этом стриме один раз точно. Так, у нас снова сейчас будет пачка круговых. Ёл! Вот это, когда я имел в виду слово пачка, я имел в виду не вот это. И как мне мимо вот этого вот табуна проезжать, вот это пробки на... Так, желтые флаги, нужно замедляться.
Кстати, очень вовремя на самом деле. Преимущество почти круг. Обгонять никого нельзя, но опять же. Да, но тут нет кнопки сигнала. К моему великому сожалению. Да и тому же, представьте себе скорость 390 км в час, вот у меня машина развивает. Какой нахрен сигнал на такой скорости, и тем более от от шума моторов его хрен будет слышно. Ну, это так, конечно, шуточки, прибауточки. А вот да, поморгать тоже, да, можно было, если бы они были. Это все-таки не гонки GT, я так понимаю, это кто-то сошел или что это было. Так, на следующем круге надо на пит-сто. То я дошутюсь. Ох ты, блин, они уже сворачивают. Так, 10-й круг как раз. Нет, конечно. А зачем он нужен? Я уже говорил. Просто не будет слышно на таких скоростях и из-за двигателя. Так, все, это надо сбрасывать скорость, потому что сейчас на питлейн. Преимущество у меня огромное по скорости. Так, тихо, спокойно. Спокойно. Так, замедляемся. Желательно где-то в районе финишной черты остановиться. Останавливаемся. Топлива здесь много. Нет, куда здесь нафиг не нужен? Зачем? Вообще есть для этого споттер, так называемый, то есть человек, который тебе по радио передает, что, где, когда, скажем так. Поэтому гудок. Ну, ты услышишь гудок, вот едет, да, кучка машин. А что? Что даст этот гудок? Для кого он означает? Что он означает? И так далее. Ну, вообще, на овалах есть такая вещь, по-моему, как... А, нет, синих флагов нету. Но в любом случае, тебе говорят, что вот есть машина, которая тебя обгоняет на круг. Мешать ей нельзя. Тем более, если так подумать, представь себе... Такие скорости под 400 км в час. Если две машины сталкиваются, это очень страшно. Ну, подборку аварий можно посмотреть на ютубе вообще без проблем. На овалах. И, к сожалению, не все из них заканчиваются хорошо. Опять же, есть примеры Кенни Бряк, швед. Такая фамилия у человека. Брак некоторые называют. Ну, правильный Бряк. Опять же, там авария Скотта Диксона, смертельная авария Грега Мура. Случается. Но зеркала заднего вида у болидов в in real life присутствуют, а вот здесь, как ты видишь, нет. Здесь хотя бы есть карты и точечки. Это уже на самом деле очень хорошо и очень помогает. Потому что я просто всех от всех улетаю. Посмотрите, у меня преимущество 57 секунд. То есть практически 3 круга. То есть я прошел 14 кругов быстрее, чем все остальные 11. И опять вот эта вот группа, почти что в полосатых купальниках. Ну все отрулили, и за это им большое человеческое спасибо, если ты отрулишь. Честно говоря, мне плевать на GTA Remaster. Про что ты имеешь в виду, не считали нужным устанавливать тогда? Про зеркала заднего вида? Зеркала заднего вида были всегда. Даже в какие-нибудь довоенные эпохи, естественно, они были. А как без этого? Потому что гонщику вертеть головой просто невозможно. Ну да, я так понял. Гонщику вертеть головой, тем более в такой машине, просто невозможно. Он ничего не видит. Для этого и нужны зеркала. Но в зеркалах ты не видишь машину отчетливо, ты видишь пятно. Вот по этому пятну ты понимаешь, что сзади кто-то есть. Так, желтые флаги, сбрасываем скорость. За это может прилететь дисквал, кстати. Вот такие дела. Нам можно чуть подсбросить, кстати. Преимущество уже 43 секунды, но это не суть важно, это два круга. Это два, блин, круга. Блин, вот эта музыка, она будет добивать. Представляете, ее слушать вот часами. А ничего другого нет. Но звук от машины еще хуже, поэтому из двух зол выбираем наименьшее. Что-то там случилось, прям совсем мы долго едем. В режиме желтого флага, опять же. Сниться не будет стопудово. Хотя, кто знает, кто знает. Ну, я, опять же, не настолько впечатлительный, чтобы мне вот такое снилось.
Игры мне снились чаще, когда я не играл в них. Но это было когда вот период, когда на приставке перестал играть, а до эмуляторов еще не добрался. По-моему, даже когда компа у меня не было. Ну то, что ДТП, это понятно, кто-то где-то типа врезался или сошел с трассы. Это понятно. Блин, опять посмотрите, я просто на какой-то космической скорости обогнал машину. Ну, топлива мало, но нам осталось тут ехать 1,5 мили, пусть и на высокой скорости. Так, и опять у нас группа людей. Нет, кто-то на питлейн. Так, я сейчас дочитаю тут, в общем-то. Минута 40 преимущества. Вы, бля, извините, вы что, издеваетесь? Это просто, я не знаю, какое-то избиение младенца. Это изи мод. То есть, если помните, или даже если не помните, я скажу, что в аркадном моде я одну гонку на овале не выиграл. Я приехал там вторым. Здесь я выиграл еще и с какой-то. Конечно, я вообще человек музыкальный. Кстати, Андретти 6-й. А двое сошли, вот из-за чего были желтые флаги. Да, плюс еще очко за пол, плюс очко за лидирование. Я вообще человек музыкальный. Я иду на работу, мне часто музыка в голове играет. И много чего прочего. Поэтому вполне, вполне реально такое нормально. Музыки у меня полно. Нам песни строить и жить помогает, поэтому... Да не факт. Может быть, но не факт. А, кстати, вот эта музыка напоминает мне что-то из Евроденса 90-х. Ну, мотив вот этот, который в начале играет. Так, сейчас я что-то запутался. Ага. VL, VK, BD... JC-22. Rock'n'Roll Racing? Нет. Сейчас. А Rock'n'Roll Racing — это широкие хиты. Вы чё? Так, Long Beach. Причем обратите внимание, трасса здесь, и на экранчике она будет отличаться. Скорее всего, количество очков каждого гонщика. То есть, ну как в Ferrari Grand Prix Challenge. Буква — это гонщик, наверное, а потом количество очков и количество пройденных трасс. Я думаю, так. Не просто. По фану. Так, 11 кругов. Это надо запоминать, потому что на тактику это будет влиять. Так, мы возвращаем тормоза. Средние. Крылы. 18 градусов. Тихо. 18 градусов. Чуть тут настройка вот кривовато делается. Нет бы влево-вправо придумать. Так, давайте пару кругов. Трасса на вид такая не очень. Смотрите, как она отличается от того, что было на карте нарисовано. На карте, да, прям Long Beach, а здесь как будто каток местами проехался. Ну, это понимаешь, здесь, как сказать-то... Ну, вот мне нравится. Мне нравился весь автоспорт практически сразу. В 2000 году мне понравилась очень сильно Формула-1, и я зафанател от нее просто. Потом мне понравился Индикар, точнее это карт называлась серия. А следом и Наскар. И Мотогран-при еще добавил. Да, город красивый. Потому что, кстати, эта трасса городская. Лонг-Бич — это район в Калифорнии такой. Ну там, возле, не помню какого города. Вот так вот. Нет, то, что вот прорисовка дальнего плана здесь хороша, а вот спереди, честно говоря, как-то не очень. Могли бы получше постараться. Трасса в целом тоже такая не особо сложная, главное не тупить, вот связка где вот это последних поворотов, и все будет хорошо. Но ключевое слово, как мы знаем, не тупить. Что я умею? Я имею в виду тупить. Ну ладно. Поэтому здесь либо ты разбираешься, либо не разбираешься. Я люблю автоспорт, поэтому я люблю автогонки. Даже 8-битные, блин, которые меня даже некоторые бесят. В них что-то есть. Ну, по крайней мере, я такой человек, я стараюсь находить какие-то фишки для себя. И, скажем так, за счет этих фишек играть. Получать удовольствие. Ну, есть такое, есть такое. Насчет Master System. Так что Sega прям не сказать, что какой-то
офигенный шаг сделала в техническом плане в некоторых играх. Есть вообще, где вот прям пытаются сделать чуть ли не виртуальную реальность, но там графика и FPS настолько ужасны, думаю, что, блин, зачем? Зачем? Why, Лиза, why? А, блин, ну вот этот поворот будет самым неприятным. Здесь нужно будет стараться. Ладно, в общем-то, все понятно. Как всегда, главное не тупить. Квалификация. Ну, пожалуйста, туда-сюда. Да-да-да. Ну, вот, по-моему, как там, супер... Не, не супер оффроуд. Короче, есть там игра какая-то, вот... Блин, честно говоря, когда я поиграл... Во что я поиграл? Я представляю себе, если бы у меня вот это вот было там в детстве на Сеге. Особенно, если бы уже кроме этого что-то было. Не самая первая игра, потому что сравнивать нечего. Но вот именно... Там просто боль... Боль, глазницы вытекли, наверное. Поэтому я рад, что первые игры, которые я поиграл друга, это Road Rash 2, Sonic, Road Rash 3 чуть позже. Один разочек даже Mortal Kombat, не помню какой, но скорее всего, наверное, третий. Самый распространенный был он. Вот так вот. Ну и еще, да, Bare Knuckle. И Battletoads еще. Просто Battletoads, без Дабл Драгона. Вот. Ну, кстати, Battletoads вот в этом плане порт хороший, в графическом плане. Да и не только там. Многие фишки NES-овские все-таки перетянули. Вот эти дежампы и прочее тоже прикольно. Ну все. Zero Tolerance, да. Так, ну что, пол! Внезапно, как-то мог подумать. Вау. Честно скажу, ROM-сет Sega я особо осваивать не буду, так что не надейтесь, не надейтесь, извините. Снова пол с большим преимуществом. Ладно, все, один из кругов на шестом, значит, соответственно, надо ехать на пидстоп. Так, здоровые комментарии я почитаю потом, потому что сейчас старт, как всегда. Ладно, не как всегда, ладно. О, первое место, отлично, рванули, так, какие-то легкие зависалы, и так уже 480p я делаю стрим, он уже на Сегу виснет. Ладно, не сильно ударился, все видим. Да, по краешку, что называется, на тоненько. Так, какого хрена все виснет, я не понимаю. Да блин, комп уже, конечно. Не, ну я все понимаю, но блин, и так уже все, что можно, отключил. Ладно, все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, блин, я же запутался, где я еду, и затормозил не в том повороте. Ладно, все. Блин, ну этот товарищ второй-то догоняет. Догоняет. Я и так его чищу. На самом деле нет. Нужен новый комп. Собственно говоря. Уже. Но это не он, естественно. Но об этом как-нибудь потом. Не сейчас. Пока я играю на старом. Так, третий круг заканчиваем. Андретти прям на хвосте, остальные уже отстают очень сильно и скоро будут круговые. Цены, да, я согласен. Цены ого-го, особенно на видеокарты, ребят. Кто покупал видеокарты пару лет назад, тот очень сильно угадал. Мое почтение, ну блин. Я с компом 7 лет собирался, без всякого пафоса, говорю, хотел в конце 2014 года себе собрать комп. Но когда рванул доллар, все так начало дорожать, что просто тлен, мрак, пустота и безысходность. Ну а потом уже мне просто не до компа было, и все. Этот год выдался в целом неплохим в финансовом плане, поэтому хрена ли жаловаться. Надо делать вещи, потому что бабки обесцениваются.
Вот круговые, круговые. Что ж, я маленький такой. Не знаю, почему я подпел, ну ладно. Да пожалуйста, блин, вот видите, что эта тварь делает? Рогатая, блин. Бородатая орешная. Ладно, ладно, мы еще отыграемся. Поверьте на слово. Сейчас будет пит-стоп. У меня самые лучшие механики в мире на пит-стопе работают. Они из этой, из игры Formula One Sensation пришли. Видите, какой обгон двойной. Микки Хакинен в спа 2000 года такого даже не исполнял. Так, все, на питлейн. Ух, ядрить тут. Пробка целая на питлейн. Ну хорошо, что ни в кого не врезаемся. Андретти поехал дальше. Ну, может быть, может быть. Но мне от этого не легче. Так, пит-стоп прошел без сучка, без задоринки. Едем. Желательно никого не пропускать. Ну, блин, я не знаю, с какой они скорости едут. Ну, наверное, под 120, а то и побольше. Ну, все. Остается немножечко. Остается совсем мальца. Гонку выиграть надо, шансы есть. Их не может не быть. Чем, кстати, мотив у мелодии хороший. У меня вот инструменты, скажем так, не нравятся, на которых это сыграно. Вот это вот да. Ну ладно, какие есть, в общем. Так, ну что, пит-стоп? Нет, пит-стопа нету лидера. Либо он выехал впереди, но маловероятно. Зачем я здесь затормозил? Ну ладно, уже поздно пить боржоми. Уже затормозил. И вот он только заезжает на пит-стоп. Он даже, может, допустим, он выезжает. А я уже промчался мимо. Вот так вот. Интересно, что у него за баки такие. Если я на шестом круге заехал, мне там максимум на один оставался. А он аж на в конце восьмого. Интересно, интересно. Команда, похоже, подыгрывает ему, но выигрываю я. Преимущество, смотрите, 12 секунд. Ну, сейчас я финиширую и объясню, как так выходит, что мы шли вроде как ноздря ноздрю перед пит-стопом, а тут же резко 12 секунд откуда-то появилось. Сейчас, после финиша. Тут осталось-то буквально полтора кружочка. Полтора круговых дружочка еще. Может, 2,5. Разглядим попозже. Трасса здесь вот она такая, ну, как из дорожных я вала не считаю. Самая такая, наверное, простецкая. Потому что, ну, тут всего в двух местах надо затормозить, причем они находятся рядом. Остальных даже, ну, можно газ только подсбросить и всех делов. Ну, вот здесь, да, тоже нужно аккуратнее, иначе стену поцелуете, приятно будет мало. Да, мелодия несколько надоедливая все-таки. Ну, другой, как ни странно, нет. Блин, я вообще не понимаю. То есть, Contra Hard Course выйдет через год. Ну, там, где-то через год. Там мелодии почти 30 штук в ромсете. Ну, в смысле, в роме. Здесь еле-еле. И посмотрите, Андретти 10-й. Он даже не второй, не третий. Он 10-й. Ёлы-палы, что, он подыгрывает, что ли? 65 очков, у него 23. Я даже запишу. То есть у меня уже преимущество 42 очка, то есть цена двух побед. Нормально. Команда будет лидировать в чемпионате, а как обычно, я без усов. Андретти, ну да, он как-то не раскачался. Кстати, кто Майкл или Марио, надо бы посмотреть. Так, пароль надо не забыть еще.
Ну пока неплохо, 3 этапа пройдено за 44 минуты, даже ресетов нет. Это радует. У меня телефон на зарядке, поэтому, а провод не достанет, чтобы нормальный экран сфоткать, поэтому, извини. Я понимаю, что да, фоткать быстрее, я уже сам догадался. Кстати, да, он зарядился телефон, вот так. Но все равно, бумажный носитель тоже весьма неплохо бывает. Но тут же телефон зарядился. Все хорошо. Ну что, чемпионат начали бодро. Далее у нас овал, Милуокская миля, штат Висконсин. И смотрите, он, и конечно вы скажете, блин, опять овал. Он отличается от того, что было до этого. Нет, не воспользуюсь, как ты понимаешь, у меня все хорошо сохраняется. Да, QR-коды. Так, тормоза снова делаем. Софт, мягкие. Крылья выкручиваем на минималку. Потому что это дает дополнительную скорость на овале, которая нам, естественно, будет нужна. Так, главное рейс еще случайно не нажать, а то я буду стартовать последним. Я, скорее всего, прорвусь, но это будет болезненно. Так, ну что, да, мы видим, это овал не треугольной формы, а такой. Ну, доброй ночи, Новибой. Всего хорошего. Заходи, ну или можешь посмотреть потом в записи это дело. Доброй ночи. Да, здесь уже мы овал не такой скоростной. Здесь приходится, причем так нехило замедляться, но меня это не сильно останавливает. Сейчас разыграемся, раскачаемся. Да, кстати, четвертым этапом вообще должна быть 500, гонка 500 миль Индианаполиса, но... То ли у разработчиков прав не было на такое громкое название, то ли хрен его знает, но этого этапа нет. Ну этап не такой скоростной, здесь надо подзамедляться, ну, опять же, я в NASCAR играл, там овалы, они вроде как, большинство из них похожие, одинаковые, но есть и разные. Ну и здесь тоже есть небольшая разница. Так, ладно, надо сейчас нормально кружочек проехать. Все будет хорошо. Ну, это все и так понятно. По квалификациям. Start your так. Ну, первый круг здесь в любом случае будет медленнее второго, потому что мы начинаем на гораздо меньшей скорости все это дело. Отличный круг, кстати говоря, получился, по моим ощущениям. Не знаю, пол не пол. Ну, третий, ничего страшного. Так, 20 кругов, насколько я помню. На 10-м, соответственно, пидстопаемся. Хендриксон, Де Лючия, или Лючия, не знаю, Менсел, Андретти, 34-й. Start your engines. Андретти прорвался вперед. Ну и я тоже уже третий. И уже второй. Найс. И уже первый. Нормально так, да? А главное все, в поворотах сильно не перебарщивать.
ехать спокойно, держать скорость, потому что... Ну, смотрите-ка, они все равно догоняют. В поворотах, да, в поворотах догоняют. А напрямую уже отстают. Какая прелесть. Не, все равно стабильно, полсекунды с круга, все нормально. Короче говоря, я забыл сказать, на пидстопах тут реально то ли это баг, то ли фича, хрен его знает, но на пидстопах реально вам удается отыграть порядка 10 секунд. Вот так вот, то есть вы реально боретесь с кем-то, просто чуть ли там не в затылок друг другу дышите, и тут бах, на пидстоп заехал, а потом выезжаешь 10 секунд преимущество, даже 12, как вот было у меня на гонке в Лонг-Бич. Почему так, хрен его знает. У меня объяснений нет. И это очень медленные пидстопы получаются у соперника. За счет этого можно, а так как пидстоп здесь в любом случае один в каждой гонке нужен, то, соответственно, за счет этого вы неплохо так отыгрываетесь в режиме simulation. Так что поэтому, да, гонка длиннее, исполнять, соответственно, нужно в течение дольшего количества времени, но он при этом дается 10 секунд форы, условно говоря. Естественно, если вы не будете ни во что врезаться, эти 10 секунд вам очень сильно помогут. По сути, на большинстве трасс можно спокойно выиграть. Даже на тех, которые вы не выиграли в режиме аркады. Так что да, то есть это такая... Не хард-мод уж точно, просто другой режим. Вот такой, да. С настройками машины, с более длинными гонками. Но опять же, пит-стоп, который играет только на руку. Так, блин, я начинаю залипать от этих овалов, что-то я задумался. Преимущество растет, девятый круг сейчас будет, на следующем, соответственно... Нет, на десятом нужно будет заехать на пидстоп. Ну ладно, тут все равно будет индикатор, что мало топлива. Спасибо, Игорь, кстати, за это тоже. Желтые флаги, сбрасываем скорость. Сбрасываем, сбрасываем, не стесняемся. Не стесняемся сбрасывать. Так, а что это за метеор тут пролетел мимо? Очень интересно сейчас было. Который просто едет, не знаю, как ему нравится. С чем это связано, мне очень сильно непонятно. Еще один метеор. Вы что, охренели, товарищ? Я все, конечно, понимаю. Но желтый флаг, по-моему, для всех. Может, вы, конечно, так на пидстоп торопитесь, но, опять же, извините. Все, желтый флаг закончен, можно газовать. На следующем круге все равно на пидстоп. Опа, что это за машина-призрак? Походу, мы ловили глюнов. Игровых, ну, прикольно, хрен поговорить. Глюки это всегда прикольно. Я имею в виду, конечно, которые не вешают игру напрочь. Рановато затормозил, ну ладно, сильно много вряд ли я потеряю. Заехали. Горючки еще полно. Но опять же, ровно посередине дистанции, все равно пидстоп совершать, так лучше уж будет посередине дистанции, чем там. На двух третях, трех четвертях, это я третий, даже третий, обалдеть. Ну поэтому, посмотрите, преимущество сокращается, я так понимаю, там на пидстопы едут. Нет, не едут. Я просто догоняю. Ну, догоняю уже хорошо.
Все еще третий. Ну, так понимаю, вот эти две точечки — это первое и второе место. Интересно, интересно, интересно. Обогнать они меня не могли. Все, вот он, второй. Он на пит-стоп поехал. И одна секунда до лидера. Опять призраки судного дня. Да блин, ну начинаются пробки на Кутузовском. Так, я догоняю, но я не могу понять, товарищ был на пит-стопе или не был? За счет чего он так вырвался-то неплохо? Ну, я так понимаю, вот, вот он, лидер. Да? Интересные дела. Может быть, конечно, тот метеор, который пролетел, затарился на пит-стопе и за счет этого... Еще неплохо отыграл время, ну ладно. Я первый, впереди 4 круга, если не тупить, если ехать нормально, а трасса полупустая передо мной, то все будет хорошо, я выиграю. Это будет уже 4-я гонка из 4. Я имею в виду 4-я победа в 4 гонках, то есть все хорошо, преимущество в чемпионате огромное. Да, Андретти, оно еще больше, что происходит вообще, что за ужас тут творится? Опа, уже 24 секунды, то есть вообще ничего не понимаю. То есть он все-таки поехал на пит-стоп, но почти под самый конец дистанции. Ладно, первый, и это самое главное. Еще и с преимуществом, с добрым таким. Это еще лучше. Базар 0. Ну все, последний круг. На индикатор то, что топливо кончается. Можно не обращать внимания, вот на этих ребят надо обращать внимание. Ладно. Так, что я вас там на круг опережу? Да, все-таки опередил. Ну все, победа. Четвертая победа. И Андретти вновь где-то в глубине, только шестой. Бывает. Уже 86, Андретти только шестой в чемпионате. Да, он прям вообще такой царский расклад делает. Он, наверное, хочет, чтобы я за один стрим вообще игру прошел, чтобы последние 4 гонки тупо скипнул. И все, и... Будь что будет. О, у нас не брат Мэнсела наконец-то на пьедестале, это радует. Так, да. Фоткаем пароль, экономим время. Просто с телефона тоже, на самом деле, набирать потом будет не очень, но ладно. Все хорошо. Детройт. Ну, теперь у нас пойдет, по-моему, 3 или 4 трассы подряд вот такого дорожного типа, то есть не овалы. И здесь будет не самые простые расклады, поэтому надо быть чуть более подготовленным. Естественно, нужно настроить машину. Так, поехали. Да, трасса такая тут. Как раз таки прямых практически нет, как таковых. Ну вот она одна. Там внизу на карте вы видите. А так, да, очень много вот таких связок левых-правых поворотов. Нужно понимать, где замедляться, где нет. Ну и опять же, не забывать, что автомобиль ракета, плохо управляемая ракета. И нужно... уметь очень вовремя направить эту самую ракету в правильном направлении. Вот следующая связка из 4 поворотов, такая не самая приятная. Причем первый поворот кажется медленным, но он нифига не медленный, он быстрый, скоростной, я бы даже сказал. Даже тормозить-то сильно не надо. Втором надо тормозить, но не сильно. Ну, а вот третьем надо тормозить гораздо сильнее, потому что вы думаете, ну тут тормозить-то уже точно сильно не надо, а нифига.
и четвертый надо тормозить. Ну, собственно, вот весь круг. Не сказать, что прям что-то страшное и, не знаю, труднопроходимое, но тем не менее. Ну и сейчас с места попробуем. Так, да, вот здесь. Главное в стену не впилиться, разъехаться с этой стеной. Все хорошо, блин. Конечно, столбы, фонари рядом с трассой, это, конечно, круто, нечего сказать. Да, опять же, трасса городская, она проходит реально по... на территории Детройта. Проходила, по крайней мере, когда проводилась гонка, не знаю, сейчас проводится или нет. На острове Белль, если я не ошибаюсь, или нет, наверное, ошибаюсь. Я вот не помню, трасса Милокская миля на каком-то острове проходит или на Детройт. Блин, извините, конечно. Я индикар только больше по результатам смотрю. Так, не очень. Да. Маленько подобосрался я в своих этих суждениях, предположениях. Ладно. Так, час. Гоняем нормально, кстати. Я бы даже сказал хорошо. Если бы мне, конечно, еще завтра более-менее рано вставать не пришлось, было бы вообще отлично. Как назло, погода сонная, блин. Дождь. Вместо снега идет дождь. А если бы был бы минус постоянно последние недели две, уже, наверное, такие сугробы бы были. Ну вот хрен его знает, лучше сугробы или лужи. Можно и побыстрее этот поворот проходить, но, в общем-то, не обязательно. Не тупить на этой трассе. Вот на этой трассе главное не тупить. А вот, по-моему, следующая в Портленде будет уже, да, замороченная такая. Так, ладно, первый круг прошли, базовый. Круг неплохой, хочу заметить. Тут даже, мы видим, водичку подрисовали, не поскупились. Но, в целом, все-таки, конечно, Road Rush третьему, например, мне кажется, проигрывает. Графене. Ну, про музон я вообще молчу. Road Rush 3 это, наверное, один из образцов саундтрека. Понятно, что там не все мелодии оригинальные, есть заимствованные, из фольклора и т.д. Но, тем не менее, сделано все классно и не коробит слух. Приехали. Отличная, на самом деле, квалификация прошла. Прям не могу сказать, что я выложился на соточку. Можно было отыграть больше, но неплохо. И, пожалуйста, результат налицо. Pole position. Так, я забыл, сколько кругов. Я... ну да. По-моему, было 9. Может быть, конечно, 11. Может, я ошибаюсь. Ладно. Да, к сожалению, больше не пишут, сколько кругов. То есть, только вот в самом начале, перед этапом, вы это узнаете, блин. Это плохо, на самом деле, для меня. Андретти тут же вырывается. Постараемся обогнать. Постараемся быстро обогнать. О, быстрее некуда. Ну, сильно от него не оторвусь, в поворотах он даже будет, скорее всего, отыгрываться. На этот прямой более-менее буду уходить, это мой не сильно прям. То есть я отрываюсь от него в основном в скоростных поворотах и в поворотах, и на прямых. Соответственно, в медленных поворотах он меня нещадно будет догонять. А если я еще вот так буду делать, он меня будет еще и обгонять. Но опять же, не забывайте, что на пит-стопе я, скорее всего, от него оторвусь. Так, ну, если я сейчас так буду ехать, то я не то, что не оторвусь. Мне пит-стопа мало будет, чтобы первое место завоевать. Так, секунду он уже отыграл. Даже больше, секунду 15. Ладно, все хорошо. Главное сильно не отставать. Что-то, да, преимущество по очкам просто комфортнейшее. Я сейчас не буду браться за математические расчеты посреди гонки, но там все будет здоров. То
То есть ему нужно просто задницу рвать изо всех сил, учитывая, что овалы, скорее всего, все будут тащить. Ему, конечно, да, ему нужно просто что-то нереальное делать. А мне, наоборот, фейлить как-то нереально, чтобы он выиграл чемпионат. Отлично прошел этот поворот. Можно было даже сильно не сбрасывать. Ну, он все время на виду. Единственное, конечно, да, на каком круге ехать на пидстоп, на пятом или на шестом, я не помню. Сколько кругов, 9 или 10? Ну, если 10, то на пятом, ладно. Если 11... Пока только... А, 5 кругов. Хорошо, спасибо тебе, игра. То есть всего 8 кругов у нас получается. Вообще прекрасно. Даже не 9. Я почему-то думал, что 9. Так, тихо, стена. Желтые флаги. Что желтых флагов прям ого-го сколько сегодня. Я когда маленько тренировал, не было такого. Так, сильно не разгоняемся. Что мы там чуть-чуть отыграем, но ему тоже не даем отрываться. Вот. Хорошо, что по точке на горизонте видно, уходит он, не уходит. По карте не очень это понятно. Здесь такой, я бы сказал, как современный Формула-1 режим виртуальной машины безопасности. И всем сбрось скорость вот на определенное количество. Ну, скажем так, вот необходимой. Никакой машины безопасности нет, все просто замедляются, едут так по трассе. Потом, соответственно, знак, что все заканчивается. Как и Формула 1 нынешний. То есть это сейчас мне можно на пидстоп ехать. Хотя можно и на следующем круге, если меня не убудет. Так, а что это? А, все. Закончился режим желтого флага. Но опять же, что вот это вот за метеор, который посчитал себя умнее других? Вырвался, вот, понимаешь, вперед. Какой он, собственно говоря, имел право? Так, 4 круга, то есть 5, 6, 7, 8. Все, отлично, на следующий круг я еду на пидстоп. Как раз у меня уже загорелся индикатор, что горючки мало, горючка кончилась практически. Да, посмотрите, он оторвался под желтыми флагами. 4 секунды преимущество. Ладно, нормально. Все нормально. Жаловаться как-то не на что. Так, единственное, сейчас надо на пит-стоп зарулить. Без проблем. Тут можно остановиться, и при этом тебе почему-то пидстоп не засчитают, да, в самом начале питлейна это не делается. Но опять же, нарисуйте боксы, блин. В чем проблема? Тоже странное, ребята. То есть в этой игре как есть хорошее, так и все-таки есть свои недостатки. Ну, блин, я уже выехал с питлейна. Какой максимум спид? Вы че? Так, пока еду третьим, я так понимаю, эти двое товарищей просто не были на пидстопе. По крайней мере, один из них точно, блин, а ведь могла быть стена мною поцелована. Да блин, скейт. Да твою мать, дай проехать. Вот же ж... Да, вот видите, в поворотах тут хрен что сделаешь.
Тем не менее, похоже, проехал я. Так, ну что, я второй, я так понимаю, все-таки он меня опередил, опять же, странно, стоп отнимает много времени, но в этот раз не отнимает, или он как-то под желтым флагом заехал, бляха, заехал, так, спокойно, второе место никуда не девается, на карте все хорошо, ладно, как бы меня второе полностью устраивает, все великолепно. Пойму, что просто невероятно. Если в аркаде он там постоянно приезжал вторым, третьим, пару раз, по-моему, он там приезжал что-то далековато, но как бы под конец чемпионата преимущество все-таки было не таким уж прям комфортно, то сейчас просто девать, что называется, некуда, блин! Вот это очень плохо сейчас было с моей стороны. Расслабился. Да, все, финиш, то есть каким-то образом я подпрофукал это дело. Плохо. Ну, как бы, не сказать, что совсем плохо. А, даже Андретти не выиграл. Он меня только обогнал в борьбе за второе место. Круто. А Франсфорд всех опередил. Красота. Да, кстати, тут само переключается. Итак, преимущество 101-64, у Андретти 48. 53 очка. Ну, теперь к математике. Прошли мы 5 этапов, остается 10. То есть в каждом из этапов он должен отыгрывать по 5 очков. То есть я должен побежать вторым, и ничего мне не будет. Это ему еще нужно побежать на овалах. А это надо еще попробовать. Да, вот я приехал третий, я почему-то в синей форме. Обалдеть. Или все-таки в красной. Непонятно. Нифига не понятно. Ладно. Третий так третий. Скажем так, первое поражение. Извините, первое поражение в сезоне. Ну ладно. Три чемпионата позади, теперь Портленд, так, 10 кругов, запоминаем. Портленд как раз таки менее приятный трек, но ничего страшного, здесь тоже, приеду вторым, уже хорошо. Start your engines. Вот эти вот повороты 180-градусные, слева и справа, соответственно, они очень медленные, и там, соответственно, я буду терять очень много времени. Естественно, не хотел это. Но ничего не поделать. Ну, опять же, это, скорее всего, надо было лезть в настройки уже другого. Но, честно говоря, когда я понимаю, что, в общем-то, и так чемпионат, инициатива в чемпионате вообще прям на моей стороне, от и до, тут и говорить-то нечего. Все и так отлично. И слишком заморачиваться тоже смысла нет. Прошу прощения, вроде не болею, но горло что-то как-то не свежо себя чувствует. Ну да, мой, вот этот, конечно, поворот даже еще хуже, чем тот. Левый, скажем так, 180 градусов. Тут совсем поворот медленный, наверное, самый медленный. Блин, среди всех трасс тут еще и, да, очень заранее ты не ускоришься. Плохо, конечно. Ну ладно, что есть, то есть. Тут два круга проехали, все и так понятно. Авторские права, я думаю, не впаяют, я ж не так хорошо, когда вокалистка поет. Не настолько похоже, по крайней мере. Ладно, шуточки.
Да, первый круг уже не задался, я могу сказать. Ну ладно, это будет, скажем так, базовый черновой круг. Просто в гонке таких надо хорошо проехать 10. Хотя бы, да, ускорился нормально, чтобы начать следующий круг в неплохом таком темпе. Ну, первый круг, да, прям 49 секунд, явно не особо удачно. Ну, более-менее получше, но осталось оставшуюся дистанцию проехать, да. Технология наша все. Да, последний поворот я подзапорол. Несколько десятых это, конечно, будет стоить. Ну и да, круг далеко не удачный. Второй. Не пол, очко за пол я уже не заработал. Так, 10 кругов. Запоминаем. Мэнсел Андретти. Ну, хорошо, Мэнсел Андретти. О, молодец, Андретти, прорвался. И уже прям в лидеры улетел, стрельнул, я бы сказал. Ну, скорее всего, он уедет лидером. В этих поворотах он будет отрываться прям на отличненько. Ну, опять же, если я сохраню второе место, мне это полностью устраивает. Так что, если, конечно, не буду так тупить, как в Детройте, два раза, блин, зацепить барьер. Один раз еще ладно, тем более трасса в Детройте не особо сложная. А вот два это чересчур. Он просто проезжает, то есть явно машина не настроена на это дело. Так, все, главное сконцентрироваться на гонке, все хорошо. Да, я его совсем, конечно, пускаю. Ну, пусть едет, пусть побеждает. Преимущество, опять же, в чемпионате просто огромнейшее. То есть он отыграет как раз те самые 5 очков. Ну, пусть отыгрывает. Гонок-то впереди еще полным-полно. Какой-то затяжной поворот, офигеть просто. И посмотрите, да, второе-то место не особо прям... Лучший круг это, я так понимаю, для себя. Не явно не среди всех, потому что он продолжает отрываться. На второе место не сказать, что прям совсем. Так, тихо. Сейчас опять какой-нибудь метеор вылетит, да? Который меня обгонит, блин, и опять будет портить мне нервы. Я так не хочу. Поэтому я буду ехать чуть-чуть больше скоростью. Смотреть на карту, так, тихо. Так, все, зеленый флаг. Посмотрите, да, на рестарте на этот раз я лучше среагировал. По крайней мере, все отставание сократил. И очень хорошо оторвался от остальных. Здесь желтый флаг прям пришелся очень даже на руку.
Тихо. Так, питлейн, ага, питлейн сразу после последнего поворота справа, все нормально. Уж на этом круге уже надо на пит. Как раз, да. Индикатор загорелся. Так, Гуидо, пит-стоп. Они под музыку неплохо все это делают. Вот это да. Давайте, ребята. Мне нравится, что они меняют все два колеса на картинке. Два-то мы тебе поменяем, а дальше сам как-нибудь. О, начинаются терки с круговыми. Ага, по питлейну. Так, мимо тебя просто проехали. Блин, товарищ, аккуратнее, пожалуйста, на дорогах. Вы тут не одни едете. Тем более перед таким поворотом, когда вообще отруливать надо. 2 секунды еще потеряно. Ладно, второе место, я так понимаю, вне опасности, хотя, блин, в Детройте я думал то же самое. Так, я так понимаю, на питлейне, потому что, посмотрите, преимущество резко упало до 8 секунд, до 2. Вот он, родименький. А, хорошо, что барьер не зацепил, да. Я на первом месте, но обольщаться не стоит. Потому что мы видим, он как был на первом, так и опять на втором. Недолго, короче, полидировал, как и до этого в предыдущие разы. Ну и ладно. Что, снова? Снова обгон? Вы что, прикалываетесь? Потому что, большой приз Саудовской Аравии, что ли? Когда обогнал, опередил, обогнал, вернее, пропустил. Но так тихо. Да, нудновато, конечно, вот это вот, честно говоря, немножко становится. Ну ладно, все хорошо. Самая нудная гонка еще впереди, ребят. Там будет прям на все деньги нудная. Он уже предпоследний круг, все хорошо. Второй, даже он, если там третий, он следом едет, он далеко, он очень далеко. Все, последний круг. Все прекрасно. Блин, тихо, сколько ж вас тут? Чё вы творите, блин, а?
Ну все, Андретти выиграл. Я на почетном втором месте, меня это полностью устраивает. Да, Андретти. Ух ты, Джонсона даже дисквалифицировали, может быть, и такое, обалдеть. Ну и что у нас тут по положению в чемпионате? Давайте, засветите. 117 на 69. Сколько? Почти 50 очков преимущества, 48. Ну, пока неплохо справляетесь, товарищ. Пока. Тогда фоткаем на всякий случай. Так, следующий трасс тоже не очень приятный. Это Кливленд. 9 кругов надо запомнить. Причем питлейн там никогда пересекается финишная черта, а до нее. Это важно. То есть можно заехать, например, на конце четвертого круга в боксы. И останется 5, 6, 7, 8. То есть сначала проехать 4, потом 5 и чуть-чуть еще. Ну ладно, посмотрим. Сначала надо потренироваться, потому что трасса такая. Вообще, вот эта трасса проходит по военному аэродрому. Соответственно, поэтому тут такое количество всяких таких прямых углов и все. И прямых вообще. То есть, да. Все, что для счастья-то индикаровцам и надо было. Проложили трассу, ну ничего, погоняем на такое. Куда там Герману Тильке? Ну, правда, он еще не функционировал особо. С другой стороны, просто и недорого. Как есть шутка, что, мол, сейчас на некоторые трассы не так заасфальтированы, что можно просто как фишки на парковке поставить, и все. И нормально будет. Ну, примерно то же самое здесь такое. На взлетно-посадочных полосах фишки тоже поставил, и все, и больше ничего для счастья не надо. Ну, тоже, в общем-то, в целом все понятно. С этот раз сейчас последнюю связку пройду, еще для закрепления результата тоже. Ну, тут, соответственно, повороты все тоже примерно однотипные. Примерно все на одной скорости проходится. Как я там не зацепил ничего, это было очень интересно. Вот единственное, вот этот вот поворот проходит как-то, то ли более пологий. На 250, где-то он на 270 км в час. Но вот следующий будет менее пологий. Почему? Непонятно. Вот питлейн мы видим здесь, перед финишной чертой. Они, скажем так, параллельно с ней проходят. Ну, как бы ничего страшного. Будет вообще питлейн в совершенно другом месте. Так что все норм, ничего страшного. Квалификация. Start your engines. А лучше заехать на пятом круге. То есть я пройду почти 5 и потом 4 с небольшим, то есть, на всякий случай. Ладно, все, квалификация. Отлично. Ну, первый круг в целом неплох. Пока что еще два поворота. Отлично, не зацепил. Прям вообще прекрасно.
Да, кстати, быстрее, чем за минуту проехал круг, это тоже неплохо. Круг-то довольно длинный по времени. Отлично, отлично, прям по самому краешку маневрировал. Но Ну, да, не выпендриться хотел, да. Отлично, отлично, разгон. Небо тут настолько серое, что спидометр не очень хорошо видно. Так, вот этот поворот я подзакосячил. Вот здесь можно наоборот не тормозить, и все хорошо. 58-30, ну то есть мы второй круг, да, конечно, с косяком, но он даже не намного быстрее оказался. Пол. За пол, между прочим, одно очко. Так, 9 кругов, и на пятом круге в боксе все. Отлично. Андретти на хвосте. Ну, круто. Start your engine. Да, кстати, у Андретти здесь тоже будет такое довольно солидное местами преимущество. Но постараемся без этого. То есть здесь выиграть все-таки можно. Портленд в этом плане трасса посложнее. На хвосте Андретти находится. Ну ладно. Странно, но Андретти пока даже, ну как сказать, понятно, что он скорее всего там где-то атакует, были в зеркала заднего вида, было бы понятно, но просто как приклеенный едет. Тем хуже для него, потому что опять же, чем дольше он будет обгонять, тем больше преимущества получу я в итоге-то. Оп, даже больно. Меньше 1/10 было между нами. Да, методично проходим 90-градусный поворот. Ну, иногда не 90, чуть-чуть побольше, точнее поменьше градусов. Посмотрите-ка, я еще и оторвался каким-то образом непостижимым. Это что за новости такие? На тренировке он от меня уходил только так. Только за счет пидстопа я там как-то приблизился. Да, лучше круг еще добавил. Ладно, не расслабляемся. Хорошо, можно даже получить очко за круги лидирования.
Нет, нам надо еще кружочек проехать. Так, спокойно. Без цепляний за барьеры. Блин, вот это было очень тупо с моей стороны. И сейчас все преимущество будет сожрано просто. Собственно говоря, что и происходит. Так, спокойно, без нервов. Я все еще лидирую. Так, круговые пошли. Радость-то какая. Так, и сейчас будет пит-стоп. Надеюсь, что я успею. Да, вот он, пролетел мимо. Так, надеюсь, что все. Да. Горючка даже чуть-чуть осталась. Не как в одной из гонок, когда там на донышке уже плескалась. Почему 5, а, почему 5 реально кругов? 9 же. Или я опять... Ладно, короче, 5 я проехал. 5 осталось. Ну, то есть должно хватить горючки. Все нормально. Ну да, логично. На 6-м круге было бы нелогично. Так, товарищ, дайте проехать, пожалуйста. Так, он на пит-стопе. Ого, он, а я уже проезжаю мимо. Классно. Непонятно совершенно, но когда ты едешь на питлейне, визуально видно, что они там чуть-чуть не обгоняют, проезжают сквозь тебя. Но почему-то ты преимущество получаешь огромное. Что там, по 20 секунд обслуживаются, что ли? Не могу понять. Ладно, теперь на этом... Ну, вообще, да, запаса топлива должно хватить. 5 кругов я проехал, как раз 5 остается, что я делаю... Дурила, блин, дурила. С нижнего Тагила. Ладно, преимущество 4 секунды. Ну, 3,6, нормально. Нечего жаловаться. Догоняет, догоняет товарищ нас все-таки. Ну хотя и не сильно. Было 2,6, уже 3,4. Сейчас напрямую еще доберу. Два круга, все хорошо, все прекрасно. Удивительно. Thank you.
Так, уже горючки мало. Полтора круга надо доехать. Понятно, что все, надо рисковать. В общем-то, должно хватить. Так, о, какую компанию мы проезжаем по питлейну. Отлично. Все, панели пропал. Хотя можно, конечно, перед самым финишем поехать на пит-стоп, но тоже будет глупостью. Ну, в любом случае, да. Еще бы один круг я бы не смог проехать. То есть на шестом круге я бы просто не докатился бы до питлейна. Естественно, куча круговых под самый финиш резко появляется. Итак, одна прямая. Датчик топлива уже просто орет, наверное, там благим матом на меня. Но финиш! И Андретти только пятый, обалдеть. Он что, лишний пит-стоп совершал, что ли? Пожалуйста, все его отыгрыши ни к чему не привели. 139 на 79, 60 очков. Это какая, какой седьмой только этап. Осталось 8. То есть задача для него очень сильно усложняется. Ну а сейчас, дорогие друзья, будет всем гонкам гонка. А, стоп, рано. Так, 9 кругов, Торонто. Ну, так что нет. Еще одна неовальная гонка. Road Course. Довольно тоже не особо приятная, я бы сказал, но ничего. Терпимый. Тем более, опять же. Start your engine. Преимущество в чемпионате ого-го какое. Все-таки какой сейчас этап? Я что-то подзапутался, не прочитал зря. Седьмой получается. Так, у нас были Long Beach третий этап, Milwaukee четвертый, Детройт пятый, Портленд шестой, Торонто, Кливленд седьмой. А, восьмой уже? Мы на середине сезона находимся. Ну, отлично. Да куда меня понесло? Конечно, надо замедляться не настолько. Тихо, блин, между столбов проехал. Ладно, что-то я концентрацию теряю зря. Уж понятно, что битва за чемпионат, за первое место практически закончилась. Но тем не менее. Да, кстати, заметили, питлейн-то находится вообще совершенно в другом месте от прямой старт-финиш. Вот он здесь, на задней прямой, что называется, или прямое возвращение. Вот так. Ладно, еще кружочек, в общем-то, можно. А, блин, забываю, да, вот этот поворот тоже надо проходить. С торможением. И вот этот тоже, я так понимаю, тоже медленно. Так, ладно, еще кружочек для закрепления результата, и все. Потому что сильно расслабляться тоже не надо. Надо проехать с честью и достоинством.
Ну все, вот нормально. Круг, кстати говоря, не особо лучше, чем предыдущий, на секунду с небольшим. Ну и ладно. Так, ну что, квалы. Start your engine. Отлично, отлично. Не зацепил колесом, уже хорошо. Опять какие-то висяки и косяки в ОБС-ке наблюдаются. Так, спокойно. Да, тут поворот, конечно, такой, мне кажется, самый неприятный. Все время его придется проходить на грани. Третий. Не первый. Ну ладно. 9 кругов, то есть прям, учитывая, что на пятом мы идем на пидстоп, еще и в середине, в целом, прям... Можно сказать, проехал 4,5. 4,5 у нас останется. То есть прямо на самом-самом экваторе дистанции. Отлично. Кто Андретти? Андретти первый. Да, кстати, неплохо, он почти на 3 секунды быстрее. Опять же, трасса не сильно скоростная, поэтому ничего удивительного. Так, на второй вырвался, уже хорошо. Даже на первый. Да неплохо, кстати, так. Даже еще и преимущество получилось. Сейчас напрямую, надеюсь, это Русь. Более-менее. Потому что, да, вот эти связки медленных поворотов, естественно, мне не на пользу. О, вот это был фейл. Фейл такой. Фейлющий фейл. Ладно. На второе место в любом случае должны прорваться. Все хорошо. Но фейл с большой буквы F. Ладно, все нормально. Все нормально. Ресетать смысла нет. Блин! Ладно. Что-то занервничал. Секунд уже отставание, ну оно понятно. Да, отставание растет.
Ну ничего страшного, второе место. Ну не сказать, что совсем в безопасности. Ну уходим же, отрываемся. Так, на следующем круге на пит-стоп. Семь секунд уже отставаем, многовато будет. Все, все, спокойно, спокойно, скорость маленькая. Нечего нервничать, все хорошо. Да мы на горючке дофигища еще осталось. При этом анимация все равно остается той же, то есть горючку куда-то там еще через край доливает. Все тоже на пит-стопе, ну кроме Андретти. Андретти чуть ли не всем круг везет. Пока что, естественно. Так, привет, и Махмудов. Motocross Champion is dropped forever. I hate this game. I can't take it anymore. Level 8 is awful, pretty awful. That's why и все. That's all. That's it. Сейчас, так. I tried many times. I tried even in 50 frames per second. It's impossible to me. It's impossible to me. I can't do it. It's nerve-wracking for me. It's very stressful. Oh, блин. Так, кстати, по-моему, это Андретти выехал с пит-стопа. Попробовать его обогнать. Ну, блин, хрен его. А будешь, ладно, на самом деле, нечего жадничать. Итак, преимущество в чемпионате огромное. То, что он сейчас выиграет гонку, я буду вторым, но флаг ему в руки, что называется. Клетчатый. Please play on Steam. Okay, I will, but in the beginning of the next year. In that year there will be three maximum four streams. And TMNT will be not this year. And I need to train TMNT 2 because I'm noob in this game. I played it about 8 years ago and I didn't complete it. Окей, так, последний круг. Отставание 2 секунды, да и плевать, собственно говоря, сколько. Главное, что я второй. Сзади никого. Никто не дышит в затылок.
вот, вот этот вот товарищ только ничуть, раздражает своей назойливостью и неуступчивостью. А так все хорошо. Это ну как принципиально, слушайте, а? Все. А, последний круг. Блин, я уже отпустил почти клавиатуру. Ёлы-палы. Так, подожди, 10 кругов. А я на пятом, да? А, ну ничего, нормально. Должен доехать. Но странно, что некоторые, так понимаю, на второй пит-стоп едут. Вряд ли они 9 кругов проехали, на 10-м решили свернуть в боксы. Ну ладно. То есть все-таки 5-й это не ровно середина дистанции. Блин, а почему? Подождите. Я, по-моему, прочитал 9 кругов. Как получается, что 10? Что за... Я не понял. Столбаливая зеленая машина. Вот. Обгонит, еще не уступает. Как будто за позицию борьба идет. Да едь ты, блин. Флаг в руки клетчатый. И красный, и желтый сразу, и зеленый. Вот я тебя обогнал. Все. Ну, выиграл Андретти. Ну, 22 очка набрал. И че? Смотрим на результат. 155 на 101. 54 очка ему надо где-то достать за полсезона. Ну, посмотрим. Так, паролик. Ну вот теперь сейчас, дорогие мои зрители, будет гонка гонок. Единственное, знаете, что у меня уже зад маленько побаливает, я 2 часа сижу. Плюс я еще, естественно, к стриму несколько готовился. Я постою немного. Если есть вопросы, предложения, пишите. Потому что мне надо немножко размять одно место. Прошу, простите, понять. Послушаем этот сверхзамечательный музон. Ну там ноты, конечно, не один в один, как в песне этот Tone Limited, но тем не менее что-то есть. Ладно, постояли и хватит. Ну вот теперь гонка гонок, да, это 9-й этап. 25 кругов. Казалось бы, овал, ну что там, по 20 секунд, 25 кругов, что это там, 8 с небольшим минут, ну 9. Нифига, это двухмильный овал, а не мильный, когда это был одномильный, если правильно говорить. Так что готовьтесь, эта гонка будет очень такая короткая, прям короче не бывает. Это такая Инди 500. Только в Бруклине. US 500. Естественно, крылья все убираем. То есть, как вы понимаете, одним пит-стопом здесь мы не обойдемся. Ну что ж, это надолго. Так, ну что, с другой стороны, полсезона, даже чуть больше полсезона за 2 часа. Преимущество в чемпионате огромное. Сейчас овал. Я должен вроде как его затащить. 25 кругов. Нормально. Сейчас получимся проходить его. Тихо-тихо-тихо, флаги не сносим, все хорошо. Здесь 400 км в час ехать в машине. Я вот, например, у меня человеческий разум мой, при всей богатой фантазии, до такого не может дойти. Как это так? Жесть, просто как от меня до Москвы, это буквально за час небольшим. За час 12 минут примерно так. Ужас. Ужас. Хотя гиперкары сейчас и больше развивают, но все равно.
Ладно, примерно понятно, что этот раз еще нам запомнится надолго всем. Кстати, питлейн тоже на прямой, на прямое возвращение. Хочу заметить. Поехали. Квалификация. Два кружочка. Кружочки мои здесь не маленькие. Даже подлиннее, чем... Подольше прохождения, чем некоторые обычные треки. Дорожные. Извилистые. Не только где поворот налево. секунд. Ну это ладно, это я с места практически начал круг. Естественно, секундочку другую, наверное, подсбросим. Ну вал-то не особо скоростной, здесь мы чуть ли не до 250 надо замедляться на круге, на повороте. Да, 260-270. Ну, 43 секунды. О, пол. Очечко-то мы у Андретти отнимаем. Дирос или че? Андретти вообще... Господи, где он? Четвертый с конца. Ничего себе. Ты чего? Так, маневр. Второй. Уже первый. Все хорошо. Меня обогнали, но это длилось недолго. Тут же я с места в карьер начал отрываться. Хорошо. Так, 25 кругов. 25 кругов. Офигеть, конечно. Мне решили прям... Ну, в этом, World Grand Prix Pole to Finish, Grand Prix Австралии, 27 кругов было, это, конечно, классно, это прям золотая игра. Здесь маленько не дотянули. Ну и да, все-таки лучше по валу 25, чем по той самой Австралии 27, которую хрен пройдешь нормально. Ну и уже отрыв, уже 2,6 отрыв, отлично. То есть сильно лошадь свою можно не напрягать, она и так нормально нас должна довести. Сразу два претендента оторвались от всех, от толпы основной. Ну и отлично. Да, залипалово, залипалово. Прям. Мы все растягиваются, растягиваются по трассе. Кстати, вот, то есть 25 кругов, то есть, ну, в районе 16, это 17-18 минут гонка будет. Жесть. Thank you.
Опа, желтые флаги. Сбрасываем скорость. Смотрим на карту, чтоб... Так, вот там один, какая-то одна из точек прям резко пошла почему-то вперед. Товарищ, где бы ты там ни был, давай-ка тормози, товарищ. Нифига себе, посмотрите на эту наглость. Он берет и под желтыми флагами меня просто обгоняет. Я как на это должен, извините, реагировать? Что за беспредел? Это я, блин, я такого, вот я тренировал сколько... Да порядка, наверное, 10-12 гонок ни разу такого не было. Желтые флаги были. Но чтобы вот так вот просто в наглую кто-то брал и уезжал на полкруга еще вдобавок. Да это просто какой-то беспредел беспардонный. Ну посмотрите. Я знаю, что топлива мало. Зеленый флаг мне срочно пустить. Ну вообще, посмотрите наглость эту. Рестарт. То есть я второй, я еще и проигрываю ему полкруга нахрен. Отлично, просто великолепно. Ну, не полкруга, ну треть круга. Просто из-за того, что какой-то глюкан произошел. Просто супер игра, ты че? Опять желтые флаги. Я знаю, что топлива мало, сейчас доедем. Кто-нибудь еще летит с такой космической скоростью? Нет, как ни странно. Интересно, почему? Ну, я второй. Тем не менее. Ну, все, вот этого обгонять не будем. Потому что вообще обгоны под желтыми флагами запрещены, но, видать, не для всех. Нежелательно пристроиться так, чтобы я его обогнал потом без проблем. Опа. Что это значит, питы? Да заезжай я в боксы, сейчас тут полкруга осталось, ёлы-палы. Почему у меня, кстати, такое ощущение, что меня сейчас дисквал влепит? Такое ощущение, что это черный флаг. Не, я не гордый, я наберу-то это. Пароль-то заново мне не жалко. Все, топливо нормально, чего? Тем более под желтым флагом он должно экономиться, что за бред? Сумасшедшую. Пятая, да плевать какая позиция. Отыграемся. Так, на шестом круге. Теперь 11, 16, 21. Все. Ладно, не такая уж пока халява на овалах. Ну, посмотрим, как это закончится. Потому что переигрывать снова 20 минут с учетом там квалификации. Это, конечно, сильно. Единственное, под желтыми флагами некоторые товарищи могли заехать. Там же времени теряется гораздо меньше. И сэкономить таким образом его. Ну ладно.
Так, это круговой. Я неожиданно для себя лучше круги еще ставлю тут. Зацепил. Ладно, обогнал, уже хорошо. Где там остальные? Непонятно. 15 секунд. До второго. Серьезные дела. Блин, зацепил стол. Еще чего не хватало. Так, на следующем круге, блин, на песок. Что-то как-то все мне через жопу начинает идти. Мне это не нравится. Вот как специально, смотрите, еще и прижимает меня. Мало того, что мне дает нормально доехать. Давайте, ребята, давайте. Отыграемся, попробуем на этом пит-стопе. Ощущение, что механик задним колесом завозился. Это визуально было показано. Так, пока четвертый. Отлично, отличный обгон за третье место. Интересно, да. Кто-нибудь на пит-стопе-то вообще был? Такое ощущение, что никто на пит-стопе не бывает. Тридцать две секунды у меня до кого-то отставания, да. Все оно как-то не уменьшается. Ладно, уменьшается, но как-то вместо того, чтобы отыгрывать, я еще и проигрываю. Тут вообще меня как-то напрягает. Пять ноль ноль шесть почему-то отрыв. Вообще непонятно.
Чего, кого, куда? Так, на следующем круге на пистов, вот это я знаю точно. Короче, какая-то непонятка, блин, реально. На желтый флаг некоторые гонщики прут, как им вздумается. Им за это ничего. Едут себе, едут с огромной скоростью, отрываются чуть ли не на полкруга. Потом еще какая-то фигня происходит. Короче, вообще непонятно. С отрывами тоже ни хрена непонятно. А, на третье место в целом это нормально, но то, что вот это произошло с желтым флагом, меня как-то, ну не сказать, что выбесило, понятно, что тут борьбы в чемпионате как такового нет, но и понятно, что переигрывать ради этого гонку такую длинную, не горю желанием. Опять же, то отыгрываешься на пидстопах по 10 секунд, то резко не отыгрываешься. Непонятно. Так, все, один пидстоп на 21 круге остался, и все. И до финиша. Опять что-то задним колесом подольше, такое ощущение. Так, ну хотя бы не на четвертом месте выехал. Уже хотя бы твердое, скажем так, третье место есть. Ну да, до второго аж 49 секунд, то есть круг, даже круг с лишним. Ну да, кто-то на питлейне периодически все-таки бывает. Какая неожиданность. Отлично. Непонятно было траектория движения, куда он рванет, влево, вправо. Ох, бесконечная гонка. Давай уже заканчивайся, пожалуйста. Комментировать тут нечего. Отрыв у меня, конечно, отставание огромное. Ничего не поделать. Вообще ничего. Опять же, может там будет только лишний пидстоп и все как-то. Так, на следующем, кстати, в боксы надо. На следующем круге. Последний, заключительный пидстоп. Что там было, флаг или я что-то по... А, фьюлов, у меня флаг что-то прочитал. Естественно, как мне на пидстоп, то тут начинается вот это вот
мобильные шиканы появляться. Ну, такое ощущение, может, мне круг штрафа влепили, я не могу понять. Реально, где я целый круг-то потерял? Давайте, пацаны, все, спасибо за работу. Теперь я буду на трассе. Ух ты, куда я? На трассе буду отыгрываться. Что максимум спид? Я уже, блин, выехал с питлейна, вы понимаете? Выехал. Вы только сейчас начинаете махать кулаками. И снова отставание 50 секунд. Вот. Такое ощущение, что он вообще на пит-стоп не едет. Как-то странно все это. То у меня резко преимущество, там, минута с лишним. То у них откуда-то, ладно. Какая-то внутренняя логика есть непонятная в игре. Причем он, когда по отдельной гонке играл, ничего подобного не было. Тащил. Даже в некоторых случаях неожиданно для себя. Ну все, предпоследний круг. Скоро все закончится. Да, финиш мы видим. То есть, а мне еще целый круг надо доезжать. Круто. Вот где он этот круг взял? Уехал на двух желтых флагах так сильно. Красавец, что тут говорить. Все, то есть мне засчитали круг отставания. Ну и ладно. Да, у кого-то какие-то проблемы. А, Андретти еще и четвертый. То есть Дероса Франсфорд. Вообще прекрасно. Есть, вы знаете, вот у меня уже такая дилемма легкая. У меня 170 очков, Андрей 113, того 57, то есть, ну, примерно 3 победы. А я уже проехал 9 этапов, то есть мне еще 4, по сути говоря, я уже титул могу оформлять. Либо все-таки отложить на следующий стрим и добить уже трассы более-менее свежачком, потому что мне уже тяжело. Так что, наверное, на этом хватит. Так что, да, пароль. Зарисовываем, опять же, стрим и ОБС-ка тоже захватит его. Ну, что можно сказать, как вы видите, симулейшн мод не особо-то сложнее, чем аркадный. Симуляция не сложнее аркады, так что о многом говорит, я думаю. Ну все, пароль есть. Следующий у нас Лексингтон. Так, это 10-й этап. Медагайо, он же... По-моему, Ванкувер еще, это 11-й будет. Род Америка, это 12-й. Потом Овал. А, Нью-Гэмпшир и этот, Назарет, 2 Овала и Лагуна Сека. Самый сложный трек, но к тому моменту я уже буду чемпионом. То есть, ну, блин, нет, сегодня я доезжать не буду уж явно. Так что, извините, на этом все. Следующий стрим будет в субботу. Как раз, да, я начну позже, чем обычно, скорее всего. И как раз добью эти оставшиеся несчастные 6 этапов. Ну, отлично. Все на этом. Всем спасибо. До новых встреч. До свидания.